Сегодня в супермаркете Фора я купил сухарики. Сухарики-багетты со вкусом королевского краба. Фирма Хрустим. %55. Сделано в Украине, стоит 10,5 гривен. Это где-то около 35 центов. Состав смотрим. Пшеничная крупа, обычная пшеничная мука. Понятно, вкус краба, подсолнечное масло. Открываем. Пробуем. Хорошая. Королевский краб. Я думаю, тут не валялся. Ну, вкус. Какой крабий. Будем брать.